Симеоне. Озеро Карпа. Городок Симеоне. Последнее место пребывания в этой поездке в Италии. Быстро встань, я сейчас фото. Да ладно. Ну да давай. Да ладно. Ну меня тогда. Давай. Я с удовольствием. Вот такая крепость тут красивая. И за мной мост, по которому выехали. О, мужик. Лодочки. Мост перекидной. Это городок сам. Симеоне. Интересный городок. Там даже лебеди есть. О, как интересно. Так, внимание, кто меня спрашивал про пляж? Да. Вот, Лидо Публико. Это какая красивая. Да. Катул, Валерий. Мы пришли к кораблику. Надо с ней сесть вместе. Кораблики. Moment, sir, please. Oh, sorry. Buongiorno. Quanti massimo tu? 12, 13. Carica era 20, 21. Sono di più. Also for relax. One day
costed 50 euro. Maximum deep in the north near Limone, 352 meters deep. But don't worry, here only 60 meters. Thank you.
на школе водили. Я английского не учил. Она говорит, а что я не слышно. Я знаю.
Внимание, это... Достраивали 4 огромные рыбы. О, какие. На килограмма 2, наверное. Нога лежит на спине. За утками гоняется рыба. Рыба гоняется за утками. Вот, 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 вот.